Притворство. Ты придумана лукавым, чтоб женщины толпой шли в западню. Ведь так легко повозку наших душ искусной лжи запечатлеть свой образ. Да, мы слабы, но наша ли в том вина, что женщина такой сотворена? Что это значит? Кто она? Кто он? Я заблудился или мне снится сон? Что это значит? Кто она? Кто он? Я заблудился или мне снится сон? Поверь, тебя вознагражу я щедро. Ты лишь молчи, кто я на самом деле, и помоги мне раздобыть одежду, пригодную для замыслов моих. Я к герцогу хочу пойти на службу. Шепни ему, что я не я, а евнух. Как дальше быть? Ее мой герцог любит. Я, горестный урод, люблю его. Она, не зная правды, мной пленилась. Что делать мне? Ведь если я мужчина, не может герцог полюбить меня. А если женщина, то как бесплодны обманутой Оливии надежды. Орешек этот мне не по зубам. Лишь ты, о время, тут поможешь нам. Он наденет желтые чулки, а она ненавидит этот цвет. Он перевяжет их крест-накрест, а она ненавидит эту моду и будет ей улыбаться. А это так не подходит к ее теперешнему расположению духа, к меланхолии, в которую она погружена. Она недавно хвалила мои желтые чулки, одобряла подвязки крест-накрест, и в этом письме она признается мне в любви и тонкими намеками учит одеваться по ее вкусу. Хвала небу, я счастлив! Поверь мне, милый мальчик, кто скажет и тебе, что ты мужчина, тот оклевещет дней твоих весну. Твой нежный рот румян, как у Дианы, высокий голосок, так чистый звонок, как будто сотворен для женской роли. Твоя звезда для дел такого рода благоприятна. Когда узнаешь сладкий яд любви, ты вспомни меня, мой милый мальчик, влюбленные все на одно лицо. Изменчивы, неровны, прихотливы, и только образу своей любимой они всегда верны. Щенок лукавый, кем ты станешь в жизни, когда седины шерсть посеребрят? Или, может, надувая всех на свете, ты в собственные попадешься сети? Бери ее и не забудь, страшись еще раз пересечь мне путь. Грудь женщины не вынесет биенья такой могучей страсти, как моя. Нет, в женском сердце слишком мало места, оно любовь не может удержать. Их чувства — просто голод плоти, им стоит утолить его, и сразу наступает пресыщение. Моя же страсть жадна, подобно морю, и также безгранична. Ведь женщине пристало быть моложе супруга своего. Тогда она, обыкновением мужа покоряясь, сумеет завладеть его душой. Хотя себя мы часто превозносим, но мы в любви капризней, легковесней, быстрее устаем и остываем, чем женщины. Каков он на вид и сколько ему лет? Для мужчины мало, для мальчика много. Недозрелый стручок, зеленое яблочко. Он, так сказать, ни то, ни сё, серединка наполовинку между мальчиком и мужчиной. Он очень хорош собой и очень задирист. Он хорошо играет дурака. Такую роль глупец не одолеет. Ведь тех, над кем смеешься, надо знать и разбираться в нравах и привычках. И на лету хватать, как дикий сокол, свою добычу. Нужно много сметки, чтобы искусством этим овладеть. Такой дурак и с мудрецом поспорит, а глупый умник лишь себя позорит. Ей-ей, отлично сыграно. Я вас в глаза не видел. И госпожа посылала меня не за вами, и хочет видеть она не вас, и Цезарио не ваше имя, а мой нос не мой, а чужой. И вообще, черное — это белое. Кто вы такой и чего хотите? Кто я и чего хочу? Должно быть окружено не меньшей тайной, чем девственность. Для ваших ушей — святое откровение, для посторонних — кощунство. Лишь улыбнуться я могу в ответ,
О, люди, как вы преданы гордыне! Когда терзает ваше сердце хищник, вы счастливы, что он не волк, а лев. Он говорил свою ошибку, веря и мучаясь, но верю ль я химере? Ах, брат мой, если б не было мечтой, что спутали меня сейчас с тобой. Я подкину ему невразумительное любовное послание и так опишу его икры, бороду, походку, выражение глаз, лоб и цвет лица, что он обязательно узнает свой портрет. Как видите, графиня, вы ошиблись, но промах ваш судьбой исправлен. Вы с девушкой хотели обвенчаться, и этого по-своему достигли. Вам достается девственник, мужья. Как мне принять его, чем одарить? Ведь юность легче подкупить подарком, чем просьбами смягчить. Как мне принять его, чем одарить? Ведь юность легче подкупить подарком, чем просьбами смягчить. Одна походка, голос тот же, у двух людей, как в зеркале волшебном. Одна походка, голос тот же, у двух людей, как в зеркале волшебном. В душе такая страсть к тебе горит, что скрыть ее не в силах ум и стыд. Не думай гордостью томим, зачем любить мне, если я любим? Любовь всегда прекрасна и желанна, особенно, когда она нежданна. О, как прекрасна на его устах презрительная гордая усмешка. Скорее смерть возможно спрятать в тень, чем скрыть любовь. Она ясна, как день. Вы комедиант? Нет, мое доброе сердечко. Хотя клянусь клыками хитрости, я не тот, кого играю. Вы комедиант? Нет, мое доброе сердечко. Хотя клянусь клыками хитрости, я не тот, кого играю. Если б я не увидел этого на сцене, я сказал бы, что такого вздора не бывает. Такое представление я не променял бы на пенсию 100 000 золотых от самого персидского шаха. Если б я не увидел этого на сцене, я сказал бы, что такого вздора не бывает. Такое представление я не променял бы на пенсию 100 000 золотых от самого персидского шаха. Thank you.